Капуста, морковь, немного лука порея. Но главный королевский ингредиент в этом блюде – краб. Андрей Кривошей, шеф-повар ресторана «Бамбу», готовит традиционный для страны восходящего солнца суп шабу-шабу. Суп шабу-шабу называется так, потому что, когда мы закладываем овощи в кипящую воду, они шкварчат. Шабу-шабу считается зимним, согревающим и очень полезным для здоровья супом. При желании гости могут принять участие в его приготовлении. Это особенное удовольствие, немного напоминающее волшебство. Основа шабу-шабу – восхитительный бульон. Он готовится заранее. Бульон очень вкусный, насыщенный на морепродуктах, как я понимаю. И такой достаточно большой букет вкусов, очень интересный. Я выведу все секреты у шеф-повара и обязательно такой приготовлю. Перед основным блюдом гостей ресторана «Бамбу» угощают курильской сайрой. Эти консервы делают на рыбокомбинате «Островной». Тем временем наш суп шабу-шабу практически готов. Здесь главное не переварить овощи. Они должны оставаться, как говорят повара, с хрустинкой. Краб добавляется в последние секунды, поэтому он не теряет своего вкуса и остается таким нежным. Чистота вкуса, она вдохновляет, когда кушаешь свежий продукт, вдохновляет и впечатляет, что вы находитесь рядом с морем прямо, да? Привкус морского блаженства, можно так сказать. Более свежего краба на Сахалине просто не найти. Только в ресторане «Бамбу» гости могут выбрать будущее блюдо еще в аквариуме. Здесь представлено 4 вида крабов – камчатский, волосатик, стригун и колючий. Каждый из них обладает своим неповторимым вкусом и консистенцией. Крабы вылавливаются в Охотском море. Поставки у нас достаточно частые. То есть, как только гости покупают краба, дальше наш аквариум снова пополняется новыми экземплярами, новыми крабами. Крабы взвешивают и отправляют на кухню. И вот через несколько минут он уже на столе. Ни в одном ресторане вы не увидите ничего подобного. Только в «Бамбу». Неповторимые соусы от шеф-повара по-новому раскрывают вкус крабового мяса. Здесь можно совершить настоящее путешествие, не покидая города. Гастрономическое. И попробовать лучшие деликатесы по весьма демократичным ценам. Ресторан «Бамбу», гостиница «Мегапалас».